Власти Мьянмы и Бангладеш создадут совместную рабочую группу для ведения переговоров по репатриации беженцев рохинджа. Она будет способствовать возвращению представителей народности на покинутую ими территорию. Напомню, конфликт продолжается с августа. Боевики рохинджа напали на несколько пограничных и полицейских постов в северной части штата Ракхайн. После этого начались ожесточенные столкновения с силовиками Мьянмы. За этот период погибли несколько сотен человек. Более 600 тысяч вынуждены были бежать.